Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам гостиницу Armas Prestige 5 звезд, которая находится в регионе Аланья. Поехали! И дальше, ребят, постараюсь быстро, коротко и ясно донести суть этого отеля. Начнем с трансфера. Так как отель находится в 130 километрах от аэропорта, то трансфер будет довольно продолжительный. А учитывая все эти остановки по пути по другим отелям, он будет составлять минимум от 2,5 часов. Состояние отеля вполне приличное. Реновирован он в 2019 году, заменялась мебель, ну и какая-то косметика. Уровень отеля. Эконом, но тем не менее отель работает на концепции ультра все включено. Значит, действует эта концепция с 7 утра до часу ночи. Свежевыжатые соки, импортный алкоголь, бутылированные напитки. Это все будет за доплату. Вот вам и суть ультра все включено этого отеля. Питание для этого уровня отеля вполне нормальное. Из мясного в основном говядина и курица, разнообразие вопросов не вызывает. Заселение и выселение стандартное. Чек-ин 14.00, чек-аут 12.00. Так, номер категории стандарт. Здесь у нас кровать French Bed, односпальная кровать. Вот такой вот телевизор. Есть пара стулов со столом. Показываю дальше балкон. Смотрите, какой большой просторный балкон и два пластиковых стула. И дальше вы видите практически всю территорию этого отеля. Это главный бассейн с тремя горками, есть еще крытый бассейн и отдельный маленький детский бассейн. Кстати, для деток есть еще и мини-клуб, и мини-диско. В общем, деткам более-менее нормально в этом отеле, несмотря на то, что территории в отеле практически нет. За территорией находится дорога, и за дорогой находится пляж отеля. К пляжу есть собственный подземный переход. Кстати, балконы есть не во всех номерах. В номерах категории эконом балконов нет. И Wi-Fi в отеле полностью платный. Так что обращайте на это обязательно внимание. Так, а здесь у нас мини-бар. Спускаемся вниз, да? В мини-баре у нас даже есть вот такие вот напитки, друзья. Видно вам? Надеюсь, видно. Так, показываю санузел, умывальник, фен, мыло, туалет, полотенечки. И вот такая вот ванная с душевой кабинкой. Ну, ванная чистая, хотя видно, что не новая. Что касается пляжа, как вы видите, покрытие тут галька. Шезлонги и зонтики бесплатно, есть даже мягкие матрасы. Бар на пляже есть, но из алкоголя только пиво. Заход в море по пластиковому понтону, а также есть расчищенные участки по бокам от понтона. Все остальное природная плита, неудобная и небезопасная. И напоследок. Так выглядит здание отеля снаружи. С трех сторон оно окружено дорогой. Так что спать с открытым балконом может быть не совсем комфортно. На этом все. Пишите ваши отзывы в комментариях под этим видео по этому отелю. До новых встреч. Пока-пока.